Mwah, mwah. Thanks to you and that Magnifica backpack of yours, things are in motion. As you know, the regime captured one of our spies, Felicia. The mamacita used to come to my shows, always gave the best tips, both in money and in hot military goss. She would whisper regime secrets in my ear while stuffing dinero between my coconuts. I can't have them torturing her. I won't. So we need to get a trade going. Felicia for Capitan Diaz. I had beautiful hostage posters of his ugly face printed up, and I want you to slap them on Benitez's even uglier face. You know those billboards along the main road? Once the regime knows we didn't kill him, I'm sure they will want to negotiate. I hope I'm sure. You'll find the posters at the Fernando local radio station. And give the Capitan a big wet kiss from me while you are there. Всем привет, меня зовут Дмитрий Вебстер. Сегодня мы продолжаем с вами проходить историю лазутчик по обмену. Иранская история. Начните переговоры и проведите обмен. I'm dedicating Rosamel's next performance to you, honey. I heard he's gone. Отправляйтесь на местную радиостанцию Фернандо. Плакаты на радиостанции. Я так понимаю, нам нужна машинка, чтобы мы могли доехать до местонахождения плакатов. Это что, дорога такая? Что это здесь? Это здесь станция, где платина, да, имени Сантоса Эписона. Что я сказал? Там было не так написано. Ну ладно. Эпсоны, да? Ну, тайник, конечно, тайник. Это станция по обработке. Ну, где обрабатывается электричество, короче, подается давление воды. Получается электричество. Происходит. Ой, чуть не улетел. Будь аккуратно. Не знаю, пока что мы выполняем эти миссии, задания. Да, кстати, меня что-то опять кидает постоянно на те КПП, которые нужно пройти и зачистить. Не знаю, может быть, мы займемся этим, но это будет уже потом. Может быть, даже не на запись, потому что, ну, там, в принципе, зачищать КПП не так уже сложно. Там туда-сюда одно КПП, потом следующее КПП. Далее, Бум-Бум, далее! Бум-Бум, ты успеваешь? Пойдем со мной. С тобой так не страшно. Ну, что это за забор такой? Что еще? Какие-то звуки страшные. Давайте зайдем посмотрим, что здесь находится такое. Тут какое-то старое кладбище. Непонятные звуки. Кто их издает? А чем вы занимаетесь? Вызываете духов? Я только что сейчас слышал, кто там шумел. Наверное, это какие-то призраки, духи. Все, вижу, сейчас заберу. Сейчас опять какой-нибудь будет призрак. 100%. Blessing. Все? Вот это и все? Я думал, мы видим привидение. Он пытается разбудить покойника. Или увести душу. От чего-то там, не знаю, чего. Или отвлечь куда-то. Или отвлечь душу от кого-то, чтобы душа поговорила с ним. Не знаю, короче, в эти всякие мистические дела. Ну ладно. 1000 километров. Нужно нам бы на чем-то доехать.
желательно. Guerrillas might need some help. Guerrillas need help. Куда-то приехали. Ой, что так высоко. Высоковато. Let's move, Бум-бум. Пошли дальше, Бум-бум. 200 метров. Так, плакаты. Будем заниматься плакатами. Пойдем побыстрее. Отлично. Это то место, к которому я не мог забраться, да? Похоже на то. А, все, поднялись. Все, поднялись. Вот она, вышка. И... кто там? Кто там меня ждет? Интересно.
интересно, даже ничего не знаю, что есть. Чей-то. Блин, я думал, это диджерский пульт, но это, кажется, печка. Ой, сколько тут всего интересного, оказывается. Don't take any shit, Danny. Здравствуйте. Дани, ура! Блин, опять вы с этим капитаном. Чего вы туда-сюда таскаете? Объясни, пожалуйста. Проверка. Небрежная записка. Так, что-то тут еще. Лекарство. Я случайно. Я чисто случайно. Ой, кто это? Сказал, что игра глюканула, и тут же чувак появился на крыше. Ладно. Ну, я хотел залутаться. Все-таки тут что-то есть для меня. То, что мне нужно. Написано от руки письмо. Убийственная королева. Епископ. Епископ. Даже тут епископ. Слушайте, прикидываете? Я сегодня зашел в интернет. Короче, ищу. Игрушку какую-нибудь пройти. Интересную. Очень интересную игру хочу поиграть. Для канала. Прям вот. Ну, ладно. И оказывается, представляете, я натыкаюсь на ассасина. Мы будем разговаривать о ассасине. Короче, наткнулся на ассасина. И прикидывайте, что оказалось... Блин, ну как это вот убрать? Да никак. Если сейчас позажгу, все начнется заново. Так вот, вы представляете, я поиграл, ну как бы я хотел другого ассасина поиграть, как бы. Nice doggy. Мы прошли с вами Одиссея, да? Вот. А я хотел поиграть как бы немножко Danny. Другого ассасина. И я немножко перепутал с тем ассасином, который с другим ассасином. Вот, помните, там я говорил в одном из роликов, когда обозревал, о том, что там есть что-то про Египет и так далее. Вот я понимаю то, что я немножечко ошибся, что это немножко другая игра. Вот. Но я говорю вам, что я буду проходить эту игру, но понимаете, в чем прикол? Подожди, стоп. Раскрыть плакаты на бильбордах адмирала Бенитес. Нужно искать вдоль дорог на берегу Васи, в горах Примес, в горах Рубудстов, плакаты с лицом капитана Дейса. Подойдут. Хорошая миссия. Интересная очень. Так вот, там Одиссей и Ориджон. Вот. Клара Фотхарт. Нужно было играть мне в Ориджон. Вот, ну, как-то так, короче. Блин, я почему-то подумал, что это DLC. Как-то странно. Странно. Очень странно. Вот. Кукла, наверное, получилось. Ну, хорошо, что это был просто геймплей. Ладно. Ну, короче, нужно искать плакаты вдоль дороги. Я, конечно, сейчас хочу немножечко отдохнуть от этого ассасина, потому что ассасин еще пока что я его помню. Вот, но хочу немножко так отойти его чудесными миссиями. Вот. И потом хочу опять пройти одну игру, тоже ассасин, только что-то немножечко. Так скажем, исторические игры достать, откопать, поиграть в них. Вот. Потому что, ну, как они, конечно, не очень такие староватые, конечно, но хочется поиграть, посмотреть, что там. Не знаю, может быть, даже для канала пройду. Почему бы нет? А вдоль какой дороги искать вообще? Локаты. Пойдем искать плакаты. Странное задание. А, вот, подожди, что-то я вижу.
вдоль дороги. Какие-то там плакаты тоже подойдут. Вдоль дороги... Любой дороги, слушай. Даже не знаю, куда идти сейчас. Ферма Хиноса. Блин, переработка каких-то кабачков, что ли, идет. Ладно, тогда будем следить за кабачками. Блин, что за фигня? Ну, вдоль дороги, чё, куда-то я иду, наверное, я иду куда-то не туда. Давай мы приблизим, посмотрим. Ферма Хиноса. Гранд Кальбарьера. Правильно прочитал? Кальбарьера, правильно. Так, вдоль дороги. Это дорога? Да. Вижу машинку на карте, давайте возьмем машинку. Подождите, а вот тут какой-то плакат я вижу. Чтобы нам можно было полегче искать эти плакаты. Блин, я не собирался искать плакаты, если честно. Я не хотел этим заниматься. Я сюда пришел, чтобы узнать, где мой лидер. Причем тут плакаты вообще? Let's hit the road, boom-boom! Какой-то там плакат еще подойдет. Этот плакат подойдет, нет? Ну, слишком большеват, чтобы его замазать. Так, нужно искать вдоль дорог на берегу Васи. Долина Фернанда. Каньон. Ну, где этот Вася? Так, подожди, степень не Сабель. Вася, вот она, Вася. Все, нашел. Берег Вася. Так. Короче, нам нужно. Мы правильно едем. Куда ты пошла? Подожди. Да что ж такое, а? Че же все время тут это не то делаешь? Это получается берег Вася. Начинается берег Вася вот отсюда. Нам нужно как-то попасть сюда. Ладно. Придется ехать на КВП. А чё мы вышли из машины? А, нет, все, все нормально. Я испугался. Вот кто-то выкинул. Давай.
Повстанцу нужна помощь. Так подожди ты. Кто мне помог с этими плакатами? Ты мне не скажешь? Так, Ария Персон, это что, тоже подсказка, да? Дальше. Дорогу. Так висят, как будто они это рекламные. Обычно плакаты, они висят немножко дальше, немножко заранее. Вешаются дороги, не перед поворотом, когда уже можно поворачивать, а они вешаются немножко пораньше. Ну ладно. То я, получается, подъезжаю, а за этот раз вот меня тоже подъезжает, начинает сигнал. Сзади меня, типа, давай, приезжай быстрее. Ну что, пока еще не выехали за это КПП. Ой, застрял в деревцах. Сейчас посмотрю, девушка выжила вообще. Девушка? Вы не выжили, что ли? Так, ну этот мертв. Блин, девушка все-таки погибла. Ууу, как. Достать горелку? Нет. Заниматься не будем. Гильберто, I'm having a hard time finding these billboards. Ага, нашел билборд. Сейчас я еще подниму. На западном побережье. Туда что-то нужно пододвинуть. Чмоки-чмоки. Нужно искать... А что я должен сделать? Пострелять туда, что ли? Давай попробуем. Ничего не помогает. Давай попробуем сжечь. Поджог. Расклейте плакат на грядах. А, плакат расклеить. Блин, чё это? Тупик. Начинается, конечно. Да чтоб тебя тут смогу хитрый. Получай за расклейку. А как я расклею? Подожди, ты... А, вот все. Конечно, нужно на крышу забраться сортира. Потом мы взбираемся вот сюда. Так и надо говорить мне. Попробуем замазать. Просто я уже записываю все подряд серии, я, конечно, уже устал. Ну ничего. Ну что, да, едем мы до КПП, посмотрим, может быть, там тоже какие-нибудь рекламные щитки. Посмотрим. That's a Benitez billboard. Так, еще один нашли плакат билборд. А где ты его нашла? Я не вижу. А, вот это что? Так, подожди, это не тот плакат. Hey, watch yourself, Dad. Тут придется еще и КПП захватывать. Ага, так. Тут висели еще получше мы, но очень надолго. Так, что, она вышла? В принципе, можем собаку натравить. Что такого нет? Come on, Bumbo. Let's go. Будешь сейчас помогать. Ключики. Ну, конечно. Да чтоб тебя. Бум-бум! Over here! Бум-бум, давай.
Давай, что отсюда. Пожалуйста. Ну, вовремя. Хорошо. Топливо. Отлично. Так, Париус, Фернандо. Да что тебе? Ну, вертолет ради КПП. Нифига. Сейчас постараюсь убить. Летчика. И Сантура должна. Быстрее, пожалуйста. Сколько тут еще вражений? Вижу. Ага, вон, спрятался. Спрятался от меня, да? Сигнализация охранная. Да что у вас всех? Приближаются танки. Спасибо. Ну, не хотелось танками тут тоже. Тогда так. Подожди секунду. Пистолет сносит урон танка. Это удивительно. Ладно. Что тут еще за писочки? Порох? Вот это и все. Бегите. Кто-то один еще остался где-то тут. А где ты есть вообще? Спрятался. Говнюк такой. Гранатка. Пошла гранатка, еще гранатка. Хорош. А чем мы этот КПП не захватим, что ли? Да куда же вы побежали? Потому что столько нам времени на КПП и потратим. А, нужно выключить сигнализацию, я так понимаю. Или что? Что в танке? Да, блин. Что здесь? Мы зашли сюда? Взяли все. Да остановись, пожалуйста, а. Где? Отлично, сражайтесь или бегите. Сейчас еще кто-нибудь подъедет.
Где этот билборд? Ой, еще с огней там тем самым пришел. Куда ты полетел? Куда ты полетел? Это смех, это смех, правда. Билборды уничтожили или что? Ой, блин. Костыли нужно было закрасить или что? Ну, я должен был догадаться, что нужно было сделать. Все, КПП наш. КПП захвачен, северный КПП на берегу Васяна. Так, прекрасно. Нужно продолжать искать рекламные щитки. Искать рекламу. Осталось то, что ну, вот этот вот рекламный лист. Ну, вы же их уже как бы убили, что с ними защищать их. Короче, я не вижу в этом смысла. Вот что хочу сказать. Что я тут, что тут думал, что вам сказать. Блин, как-то еще надо запрыгнуть на этот трактор. А, все, вспомнил. Так, так, потом вот так. Если это, конечно, будет как-то легко это сделать, то я, может быть, и защищу таким образом. Наверное, на этих рекламах мы остановимся. Если сейчас, допустим, мы сейчас так не пройдем, потому что, в принципе, сколько он осталось ехать, не знаю. Он еще прилично осталось ехать, чтобы уничтожить. Идешь на КПП на берегу Вася. Ладно. Ребята, было меня пропустить, пожалуйста, потому что... Нет, 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 я поеду дальше. Ой, что это за машина стоит? Подождите, что за машина стоит? Ну... Поехали дальше. Следуйте по дороге. Вот это интересно. Следую. О, какой-то магазинчик. А что за магазинчик? Ну давайте с ним сейчас посмотрим. Ну что-нибудь будем сидеть. Как у него марихуана. Блин, кто это за чувак такой? Тут продают яйца, морковку. Бананчики, кокосы. Странный магазин, если честно. Мне напоминает другой Far Cry, как будто или это пасхалка на предыдущий Far Cry, или нет, какой-то тут. Блин, тут свинья.
А где она? Не вижу. Тут хотя бы хорошо, что дают какие-то подсказки, как это делать. По какой дороге нужно ехать и где это можно найти. Тут бывают игры, которых тебе подсказывают. Ой, не подсказывают, точнее, а тебе говорят, куда нужно идти, но ты типа должен сам это найти. Такие вот дела. Что, спрыгиваем? Спрыгиваем. Поехали. Я, конечно, сам подумаю, может быть. Ну, ты вот как всегда. Ну, не можешь спрыгнуть раньше. Не давай прыгать раньше. Отлично. Стороны, да? Вот она, эта точка. They should get their attention. Точно, для привлечения внимания. Это, знаешь, мне как-то уже не смешно. Твои вот эти вот шуточки, они уже не смешные. Я понимаю, конечно, это вообще нужно помнить, когда еще. Собираюсь добивать ее. Benitez's giant face will haunt my dreams forever. You and me both. Rendezvous with the others at Basilica de la Virgen. Задача выполнена. And remember, this is a prisoner swap, honey. Not a gunfight. Кого? One wrong move, Basilica and they'll execute Felicia for sure. I'll be careful. Gracias, Gilberto. Церкви. Минуточку, пожалуйста. 1500 километров. Тормози. Почему тормози? Меточку. Ага. Лазутчик по обмену. Поехали к лазутчику. Блин, надо было этот хаммер как-нибудь себе затаскать, поставить себе. Ну, затащить на свой гараж. На сохранение. What the fuck are you doing here?
метров осталось нам ехать. Короче, да. Сейчас мы поговорим, встретимся в церкви и там будем продолжать дальше. Или пойдем на тайники. Вот на тайниках прикольно все-таки там задание, миссии, прям интересно разгадывать. Полазить по камням, по этим. По станциям нужна помощь. Блин, ну, не, давай потом с этим по станциям. Что, давайте сократим эту дорожку. Полярно проедем по пальмам. Хорошо. Защитить Криско, главное сохранять беспокойство, что вы не мелких проблем. Не нравятся мне эти снайперы. Что ты хочешь, чтобы я устранил тогда снайпера? Ты понимаешь, если сейчас пойду их устранять, то меня запалят. Что стоим? Стоим, ждем пока. К нам попадет. А, все. Так, тихо. Патронов нет у меня вообще нифига. Это. Бум-бум-бум-бум. Да ёп. Не так хотел. Ладно, пойдет. Ой, кто это? Ага. Так, прикусил. Давай, бум-бум. Отлично. Снайперы. У нас еще остались снайперы. Куда нам нужно идти? Подожди. Давай, свободно. Что это, что за плакат? Что с плакатом? Что сделал? Что, снайперы вышли? Вышли из засады, конечно, вышли. Вот они, тут тараканы. Зачистили от снайперов. Все чисто. Может, ты подлечишься все-таки? Нет? Гильберто! Интересно, у кого мне купить патроны? Фелисия в магазине, наверное, да? Madre de Dios, I could kiss you. Okay, soldados almost blew the whole operation. You're alive, Felicia's alive. Боже, горячий съездить. That's all I care about. Что, вроде бы все чисто. Прекрасная команда. We all do. Adios, Gilberto. Come by and see me. Oh, hang on. I have another question. Сидите, to ask так, you. Я вас фоткаю. I need to get Sergio out of here. You think he can help Libertad? You got it. Operations and could use a вот, да, получилось сделать фотографию. Иранская история завершена. Лазутчик по обмену. Ну что, вот видите, мне показывается, что мне нужно зачистить КПП, но я думаю, что... Ну, я, в принципе, все вам рассказал, что я думаю. Или идти дальше, или мы не идем дальше. Короче, как-то так. Ну все на этом. Давайте подписывайтесь на канал, ставьте этому ролику лайк, подписывайтесь на Instagram GameRecordChillOut и Facebook GameRecordChillOut и на Дмитрия Вебстера Facebook, добавляйте друзья. И все на этом.
всем пока. Но ролики будут продолжаться по этой игре. Вот. Все, всем пока. Потом посмотрим, что будет дальше. Может быть, просто геймплей будет или как? Ну, я посмотрю.